Всем привет, а с вами Скетла, и продолжаем проходить особую историю в Naruto X Boruto Connections. И не уверен, последней этой части или нет, но давайте приступим. Прыжок в прошлое. Учихи эпохи воюющих государств. Собственно, Боруто будет пытаться спасти Нанаси. Посмотрим, получится у него или нет. Все мы знаем, что, конечно же, получится. Ай, блин! Ну что, я в прошлом? Он же говорил, что я окажусь близко к Нанаси. Да, она прям под тобой. Там что-то подозрительное. Держись, Нанаси. Вы бы сейчас была стелс-миссия в Наруто. Вот это было бы просто. Что мне теперь делать? Надо найти Нанаси. Брат Оги погиб. Это уже пятеро. Чёртова Сэнджу. Завтра реки станут красными от их поганой крови. Готов, Нанаси? Хорошо. Он сказал Нанаси? Лаки. Отлично! Они-то меня к ней приведут. Очень даже удачно. Ой. Эй. Ты еще кто такой? А? О боже мой. Ой-ой-ой-ой! Я спросил, кто ты такой? Что ты сказать? Ну, я фанат клана Учиха. Учиха Ичизокуно фан? Текина? Гений, просто... Не знаю, но на случайного прохожего он не похож. Возможно, шпион. Завтра разберемся. Бросьте его в тюрьму. Хорошо. Всем остальным готовиться к завтрашнему бою. Триндулет, Боруто, ну ты пипец, блин. Кап. О, кстати, катсцена. Где я? Я в тюрьме? А, точно. Меня ведь взяли в плен. Я не могу тратить здесь время. Боже. То я ошибаюсь, то сам текст. Жить надоело. Что? Серьезно? Это что кажется? Спасибо. Если бы не ты, я бы поджарился. Я вообще удивлен, что ты не один в тюрьме. Тебя что, тоже поймали? Не повезло нам с тобой сегодня. Он же видит, как он выглядит, алло. Но вообще-то это очень удобно. Слушай, я понимаю, что мы только что познакомились. Ну, в общем, у меня кое-кого ищу. Может, ты ее знаешь? Она из клана Учиха. Ты меня слышишь? Это бессмысленно. Твои проблемы меня не касаются. Постой. Нанаси! Что? Это же ты! Значит, в Волге ты была! Вот это повезло! Я так рад, что тебя... Что тебя встретил! Есть! Первый шаг сделан! Теперь нам с тобой надо отсюда сбежать! Утанан! Расэнган! Думаешь, это невозможно? Не переживай, мои дзюцы легко разрушат эту тюрьму! Беги один. А? Я оружие. Я живу, чтобы сражаться ради своего клана, используя дзюцу, которые мне скажут, и уничтожать врагов. Я не плачу, не реагирую, не убегаю. Я пересиливаю боль. Однажды я так умру. Я жду приказа в тюрьме, который я никогда не покидаю.
Таково мое задание. Я обязан следовать приказам. Иначе... Нет. Ты не должна жить в таком ужасном, мрачном месте. Ты не просто инструмент для войны. Ты должна найти собственный путь. Я не позволю, чтобы с тобой так обращались. Я тебя отсюда вытащу. Чакру сосет. Да ладно. Не понимаю, как это возможно. Но, похоже, здесь нельзя применять дзюцу. Поэтому у тебя есть карма, Боруто. Прямо на этой руке. Она ведь все это время жила здесь, в заперти. Увы, у тебя нету демона лиса внутри. Я разрушу ее тюрьму. What the fuck? Ну же! Не тупи. Не тупи! Ты должен отступить. В этом нет ничего глупого. И вообще, пусть всегда будет открыто, если ты не сдашься. Да блин, если ты не сдаешь, да что это, блядь? Мой папа подтвердит. Так он добился всего в своей жизни. И я тоже. Я сам здесь, потому что отказываюсь сдаваться. Остановись. Сейчас он как Армин, просто так. Перестань. Я давно сдалась. Я готова и дальше. Не подчиняться судьбе, которую навязывает тебе кто-то другой. Нужно думать за себя, решать за себя. Только тогда твоя жизнь будет по-настоящему твоей. Ну, кстати, руки-то горят, соответственно... Они еще также поджигают металлические стержни, и, соответственно, это даже помогает. Но то, что у Боруто целые руки сейчас и пару ожогов, это, конечно, сказка. Мне здесь совсем не место. Почему? Почему ты мне помогаешь? Что это было? Это из тюрьмы! Проклятие! Они заметили! Бежим! Печать сломали? Кто мог это сделать? Неужели Сэнджу? Значит, они пришли за Нанаси! Не дайте Нанаси уйти, ее нужно вернуть любой ценой! Когда мы отсюда уйдем, тобой больше никто и никогда не будет... Что? Но... Не волнуйся, я буду защищать тебя, пока мы не найдем безопасное место! Нанаси, доверься мне! Аматерасу. Двигайся! Проклятие, ее нет! Продолжаем поиски, она не могла уйти далеко! Это что, перебивка между катсцен? Это тоже больше похоже на графику игровую, да. Вот! Нет! Да это тот самый мальчишка! Я буду с ним сражаться? Ты нам заплатишь! Где Нанаси? Понятия не имею. Мы разбежались, так что я не знаю. Мы видели, что вы бежали в этом направлении. Не надо ее прикрывать. Мы с ней разделились, и здесь ее нет. Не советую тебе ее покрывать. Я же говорю, я понятия не имею, где она. А ты не промах, пацан. Но во взрослые дела тебе все-таки лучше не лезть. Если бы я и знал, все равно ничего не сказал бы.
Потому что вы хотите снова сделать ее несчастной. Она не несчастна. Ее жизнь приведет нас к победе. Следующий ниндзя счастлив, когда может сражаться за свой клан. Вы видите, в ней только оружие. Вы ведь не считаете ее ниндзя. Откуда тебе все это известно? Однако такова судьба всех, кто родился в нашу эпоху. Привет, Мадари. Всех ниндзя, что сражаются ради своего клана, и всех его используют в качестве оружия, каждому свое. Это разделение делает наш клан сильнее. То есть вам плевать, что вы ломаете человеку жизнь? Вот именно из-за этого у вас потом есть стрельба! Война есть война. Я этого не допущу! Я реально буду драться снова. Я допущу, чтобы вы снова ее мучили! Ничего, нечего с ним цинциться. Надо просто выбить из него, где Нанаси и из какого он клана. Да. Прикольно. Я люблю, когда придумывают ботов в играх, когда, где они не предусмотрены. Реально чело прям сделали. Вау. Понятно, что их техники будут просто копии техник, это... Саски, Тачи. Может, вообще даже просто умная техника, вообще не будет даже копии. Ну ладно. Я даже еще меньше уникальности. Расенган! Ой-ой-ой-ой, Нами? Вы что, вы так умеете? Боруто, да давай, это уже! А, это их одна полоска. Ой, черт, я подумал, это снова будет 4 боя. Но нет. Окей, сейчас надо разберемся. Он прям в огонь побежал. Относительно упрям. Будет драться. О, кстати, у меня скин с порванными рукавами, прикольно. Еще бы они были скин. Я только что голыми руками, блин, огонь держал. Все бежала. Ой, она, короче, выглядит, пытается нас спасти. Я на втором деле. Надо было по-другому сделать. Нет! Закон сне Расингана! Что, я проиграл? Это же касцена. Да чего же сильно они бьют? Вот она эпоха воюющих государств. Надеюсь, она убежала. Он помог мне просто так, по собственному капризу. Мне просто повезло, что он меня оттуда вытащил. Повезло. Вот и все. Надо бежать. Хороших людей не существует. Что происходит? А. Почему бы тебе уже не сдаться? Я еще стою. Кто бы сомневался, мы едва знакомы, но я уже вижу, что ты неплохой ниндзя. Думаю, надо проявить к тебе немного уважения и бить полную силу. Катон! Дюцу пламени Феникса! Черт, похоже, это конец! Ничего. Главное, она убежала. Ты стонери такой. И сожгла Боруто!
Аматерасу? Нанаси! Нанаси! Яхари. Так и знал. Зачем ты вернулась? Нанда? Надо было бежать, пока я дрался. Нигетеря, югаттарони! Вакаранай. Я не понимаю. Я сама не понимаю, почему. Вакаранай. Но... Демо... Кузен демо... Случайности... Кимагуре демо... Или просто так... Атасио... Таскете курэ лисо... Мне ещё никто никогда не помогал. Имамаде таремо инакатта кара... Соре ни... И... Нанаси... Нанаси... Ты же знаешь, что будет, если ты нас предашь. Наказание за предательство крайне жестоко, ты меня поняла? Я... Ха, замолчите! Нанаси вам больше не принадлежит! Ей никто ничего не приказывал, она сама решила вернуться! И не для того, чтобы сразиться с вами, а для того, чтобы найти свой собственный путь! Не подчиняться судьбе, не подчиняйся судьбе, которая навязывает тебе кто-то другой. Навязывает или Юта, что там происходит? И вообще, путь всегда будет открыт, если ты не сдашься. Нужно думать за себя, решать за себя. Только тогда твоя жизнь будет по-настоящему твоей. Нанаси, если моя судьба принадлежит мне, я должна думать за себя и решать за себя. То сейчас я могу выбрать, сражаться ли плечом к плечу. Почему меня так тронули слова незнакомого человека? Я до сих пор не понимаю. Вот они, элитные учихи, смотрят, как школьники разговаривают. Но из всех, кто мне подпадался, только ты. Зацепил меня своими словами. Не знаю, как так получилось. Какая же она милашка, пипец. Можно больше девушек учих, пожалуйста? Вот почему. Теперь я буду сражаться за собственную жизнь. Нанаси. Дай руку. Да. О, это что, отсылка на Наруто и Хинату? Прощай, Сарада. Ты уже не это... Это и есть Тихока? Я передала тебе накопленную чакру. Ты ведь еще можешь драться? Конечно. Победа будет наша. Нам придется драться с Нанаси. Будет трудно, но мы обязаны ее остановить. Это последний бой. Вперед! Удар с помощью такой поддержки. Конечно. Уа, что-то слишком много вас этих пламени. Слёжный аура. Нанаси, кто тебе разрешил? Никто! Нанаси приняла это решение сама. Он не рад. Ей не нужно ничего разрешения. Он сделает, что хочет, потому что она человек. Нанаси, же не ваше послушное оружие. Нанаси, ты как? Все хорошо. Хорошо, потому что ты... Хорошо, потому что ты рядом. Да, я не могу поменяться, жалко. Нет, ну что, строим драку? Все, погнали. Тотальное уничтожение учих. Что вы, дети, не зазнавайтесь. Нам надо!
Да свобода наносит вас в один шаг. Да что такое-то? Нет, а проиграть в последний момент. Это близко к уровню Такума. Видимо, покажи на нас истинный путь. Эй, ребят, именно так и будет. Блин, давайте, могла бы мы это раз? Расенган! Я уже думал, все, он залагал. Хорошо, теперь на Насе. Конечно, а, блин, мы там подбили. Просто не верится, что эти дети... Тачи передает привет. Блин, красиво. Мне прям понравилось, что модельки выглядели. В окружении. Думаю, здесь там ничего не угрожает. Просто не верится. Интересно, сколько стоит взять вот такие катсцены? Мы правда сбежали? Ну да, теперь-то ты наконец-то... Ты свободна. Свободна. Стоп. Потенциально, раз она сбежала из клана Учиха, где-то в мире есть еще один Учиха? Или это как раз Кишин, ее сын? Фу, надеюсь, нет. Представь, сейчас такой... Мистер Старк, мне плохо. Больше я для тебя сделать не могу. Большего я сделать для тебя не могу. Что? Ты меня оставишь? Прости, я не могу сказать почему, но я не могу пойти с тобой. Кто ты такой? Мне нельзя вдаваться в подробности. Скажем так, я тот, кто... очень хотел тебя освободить. Почему? Зачем помогать такому бесполезному человеку, как я? Бесполезному? Я так не считаю. Для меня ты очень важная и близкая. Подруга. Вот почему я хотел тебя спасти, даже если бы пришлось рискнуть собственной жизнью. Чёрт, значит, слишком мило. Говорю, мало учих. Как я понимаю, это наше новое оружие. Кто это? Не заговаривай с этим существом, оно опасно. Но даже выражение лица не имеет, когда убивает людей. Ну, думаю, ему найдется хорошее применение. Наверное, сейчас нет смысла это говорить. Но для меня ты — это ты. И нет, это не изменится. Вот почему... Что такое? Я так долго была одна. И всегда в темноте. Никто не видел во мне человека. Я думал... я одна против всего мира. Но... нашелся человек, который спас меня. Не по случайности, не просто так. Да поделитесь. Нашелся человек, который назвал меня подругой. Я рада.
Я рада, что жива. Спасибо, что спас меня. Аригато. Спасибо, что дал мне свободу. А, не за что. Ну, Боруто, как всегда, засрал такой финальный прост. Мой, как красиво. Блин, почему сам Боруто аниме не такое? Ничего себе, уже так поздно. Пора, уже 21:00, надо спать. Постой, что? Это ужасно, но нам пора прощаться. Прежде чем я уйду, я должен тебе кое-что сказать. Слушай, ты больше не Нанаси. Хикари! Хикари Учиха! Это имя, которое дали тебе родители. Проживи свою жизнь где-нибудь в хорошем, светлом месте. Знай, в мире ниндзя есть не только боль. Иди в сторону облака с каким-нибудь темненьким чувачком так вот замути. Чтобы Киллер Би был еще круче. О боже. Стой! Нет, не уходи! Я ничего о тебе не знаю. Даже твоего имени. Я ничего не... Скетла Снейк! Слушай, мы будем далеко, но мы всегда... Но мы навсегда останемся друзьями. Ты больше никогда не будешь одна. Не забывай, я всегда... Всегда! Буду с тобой. Руто? Что такое? Нет, не уходи! Будь счастлива. Микаса. Хикари Учиха. Хватит пугать, когда плачет. Я не могу. Блин, геймпад разрез... Черт. СМР бутылки. Блин, да что-то красиво. И почему только здесь? Почему в истории Наруто этого не было? Ладно. Азака. Уже утро. Кажется, у меня сегодня задание. Где вы встречаетесь? Ворот Конохи. Ну тогда не опаздывай. Ладно, я пошел. До встречи. О, я бегу. Давно мы с вами вот так вот не собирались. Это вы нас давно не видели, Конохамара, сенсей. Вы ведь все это время были заняты каким-то заданием, да? Нам поступила информация о какой-то преступной организации. Мы все перетряхнули. А какой организации? Как там было? Она называется Zero. Похоже, планы у них были очень большие, но мы с ними быстро разобрались. Еще и Саски помог. Что? Мой папа был с вами? Да, я не заглянул, что? Да, кажется, он говорил, что скоро вернется домой. Ура!
Так-то. Вот только посмотрите, такая довольная. Что такого? Что такого в том, что я рада встрече с отцом? Ничего, просто обычно так себя не ведешь. А ты так? А ты как? Ты ведь тоже наверняка рад, что мой папа вернется. Интересно, чему он дальше будет меня учить? Если уж я решил пойти по его стопам, наверное, нужно освоить все, что он умеет. Наверное, этот раз попрошу его научить меня. Что? Знаешь, ты сегодня еще жизнераднее, чем обычно. И чем в двух вихрях. Ой, тебе тоже так кажется, Мицуки? У него даже голос как будто веселее стал. Что-то случилось? Да нет, ничего такого. Что? Хочешь сказать, у тебя просто на ровном месте появилась жизнерадостность? Да, сам удивляюсь. Стоп, он тоже забыл или он врет? Проснулся сегодня и сразу почувствовал в душе какую-то теплоту. Что? Не понимаю. Да я и сам не понимаю. Алхмар-сенсей, Боруто-сан себя ведет. Блин, Сарада, не порт, пожалуйста, впечатление о себе. Все-таки вы отлично спелись, ребята. Ну, я же так примерно представляю, что Хикари бы здесь лучше смотрелась. Ладно, хватит пустых разговоров, выдвигаемся. Хорошо, давайте закончим побыстрее. Мне надо готовиться к встрече с папой. Боруто, Мицуки, вы согласны? На то! Тогда пошли! Что с тобой? Ничего. Солнце сегодня как будто бы теплее обычного. Да? Ладно, двинулись. Похоже, сегодня у нас будет много дел. Что ж, ребята, вот мы с вами прошли особую историю. Хочу отметить то, что она была намного лучше, чем сюжетный режим этой игры. Вот, и в целом она прекрасная часть всей этой игры. Вот, в целом я уже во время прохождения говорил плюсы-минусы. Вот, наверное, больше мне хотелось бы рандомных миссий, чтобы попроходить, там, посражаться. Но сюжет интересный, ну и Нанаси, боже, Хикари, точнее. Прям прекрасный персонаж, ее очень круто сделали. Вот Мерц, конечно... Типичный просто тупой злодей вообще. Таких было и в игре про Наруто, и все такое. Нанаси, ну, не знаю. Тоже, по сути, ничем не отличается. Как бы сложно сказать, за девочка, которая просто как оружие, и все. Вот. Но единственный большой плюс, то, что она девочка-лучиха, а не какая-то просто, да. Вот это, конечно, прикольно, потому что... Итачи, зачем ты нас лишил таких вот прям черноволосых, красноглазых, красивых тяночек, блин. Ой, ладно, давайте титры пропущу, я уже по этому понял, что это особо ничего в них нет, поэтому да, ролик я хочу пропустить. Вот, и у нас тут финалочка. Можно? А? Собрание скоро начнется, идем? Что? А что, уже пора? Что читаешь? Да так, попался в библиотеке один свиток. В нем описаны закулисные события эпохи воюющих государств. Зачем он тебе? Там в конце есть кое-кто очень... кое-что ли очень любопытное. Вот мне его и принесли. И что там? Тебе самому стоит потом взглянуть. Не представляю, почему он там упомянут. Да ну нахрен. Что? Спасибо. Я все понял.
Здесь описана история девочки, которая сбежала из клана Учиха в эпоху воюющих государств и прошла всю жизнь, избегая связи с кланами ниндзя. Сначала эта девочка была живым оружием. Однако, однажды в полнолуние она решила бежать. Она обрела новое имя и новую жизнь. Получив свободу, она больше никогда не участвовала в войнах. Она прожила скромную, счастливую жизнь. Она любила солнце, траву и деревья, слушала шум рек и общалась с близкими, жила как самый обычный человек. Она почти никогда не рассказывала о своем прошлом, но всегда с радостью вспоминала одну историю. Здесь мы приведем цитату. Офигеть. В те времена, когда я была живым оружием, я не знала, для чего живу. Меня окружала вечная тьма, но однажды ко мне пришел юный ниндзя. Он научил меня жить и творить собственную судьбу. Его слова и по сей день дарят мне свет. С тех пор мы больше не виделись. Я даже не знаю, откуда он взялся. Поэтому я решила верить, что однажды он ощутит мою радость от того, что теперь я сама выбираю себе дорогу и мою глубокую благодарность. Я посылаю эти чувства к солнцу. Надеюсь, что однажды они согреют моего друга Боруто Узумаки. Свет призрачного мира и его эфемерный след. Конец. Настоящий конец. Счастливый. А не так, что все сдохли. Уф, завершен сюжет, 100%. Получаю какую-то картинку. Ну, справедливо, справедливо. Ой, что ж. А, ну и достижение. Воспоминания о ярком свете. Пройти путь в солнечном свете. Ну, прошел. Что ж, спасибо за просмотр. С вами был Скетла. Смотрите мои другие видео. Также ждите еще видео по этой игре. Они будут. Вот. Ну, пишите комментарии, как вам эта история, особый сюжет. Мне очень понравилось. Любите жизнь, всем пока!